У меня на одну мусульманку, девочку, да, приходится до 10 мужчин. А мужчины мне говорят: Гульбика Ханум, мы обычную сами можем найти. Когда девушка выходит замуж, я ее предупреждаю: ты вторая после мамы. Знаете, уйти ума много не надо, а ты вот останься и вот вдохнови вот этого вот мужчину на то, чтобы он тебя начал ценить. Очень многие сейчас, будучи одинокими, будучи несчастными якобы, да, ищут себе мужа. И, соответственно, когда они находят его, они все ожидания, все перекладывают на этого ни в чем не подозревающего, не повинного мужчину и ожидают от него счастья, перспектив и так далее. А на самом деле источником является сама женщина.